Легендарный актер российского кино и театра Владимир Зельдин приедет в Казань с творческим вечером. Напомним, что Зельдин является старейшим действующим актером современного театра. Он служит в театре российской армии и труппе «Модерн», а его послужной стаж творческой деятельности превышает 75 лет. Последний раз Зельдин побывал в Казани в 2008 году во время гастролей театра российской армии, где в паре с Тамарой Гварцители играл в мюзикле «Человек из Ла-Манчи». Сегодня Владимиру Зельдину 99 лет. И программа, которую покажет в нашем городе живой классик сцены, называется «Навстречу столетию».